Здравствуйте, уважаемые зрители. В 16 часов по московскому времени начинаем наш внутридневной анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Аль-Пари. Вижу, что плюсики сейчас идут, если я правильно понимаю. Так, значит, все нормально с трансляцией. Тогда начинаем наш обзор. Я, как всегда, включаю свой рабочий стол. И давайте посмотрим, вспомним, какие события должны были бы произойти после нашего последнего обзора. И, конечно, что у нас впереди. Еще раз хочу сказать, что, как большинство из вас знают, я был в отпуске, поэтому меня не было на прошлой неделе, конечно, и обзоров не было на прошлой неделе. Я тоже должен немножечко наверстовать пропущенное, так что сегодня первый день, и поэтому будет более такая поверхностная, обзор будет более поверхностным, пока я ознакомлюсь более детально с информацией, которая была на прошлой неделе. Начинаем с просмотра макростатистического календаря с первой валюты. Австралийский доллар вместе с данными по Китаю. Значит, это неделя. И давайте посмотрим, что у нас практически на этой неделе. Выступает Глен Стивенс вечером, глава Резервного банка Австралии. Без сомнения, это достаточно важно для австралийского доллара, поэтому здесь красный цвет, три молнии, но не надо забывать, что и завтра публикуются минутки последнего заседания Резервного банка Австралии. Вспоминаем, что до публикации решения в начале месяца рынок ожидал некого снижения процентных ставок. Такого снижения процентных ставок не произошло, и австралийский доллар, точнее пара австралийский доллар откатилась вверх. Сейчас именно публикуются вот эти минутки. Будет интересно, какова будет реакция рынка после публикации минуток и вообще, конечно, что будет написано в минутках. Среда, индекс опережающих экономических индикаторов и, конечно, инфляция. Без сомнения, инфляция является важнейшим индикатором в текущей ситуации для австралийского доллара. Австралиец сильно может отреагировать и на инфляцию. Что у нас в четверг из ключевых индикаторов? Индекс уверенности в деловой среде. И здесь практически национальный праздник. Важный индикатор тоже публикуется по Китаю на этой неделе в производственном секторе. По выходным в Китае снизили требования для резервного капитала у ключевых банков на 1%. Конечно, это вызвало в известной степени некий позитив для сырьевых валют, но я думаю, что он имеет некий краткосрочный характер. Мы, конечно, это обсудим чуть попозже на графиках. Вот как выглядит неделя для австралийского доллара. Для новозеландского доллара давайте посмотрим, какие индикаторы будут на этой неделе. Сегодня был опубликован индекс потребительских цен. В годовом выражении он вырос на 0.1%. В квартальном выражении снижение было чуть больше ожиданий. Конечно, это для меня достаточно сильный негативный сигнал для новозеландского доллара впереди. И число прибывших туристов, которые публикуются в четверг. Видно, что ничего существенного по Новой Зеландии уже нет. Британский фунт. Что у нас по Британии на этой неделе? Индекс цен на жилье сегодня. Завтра практически ничего нет. В среду публикуются минутки последнего заседания Банка Англии. Это, по моему мнению, будет намного важнее, чем само заседание. Почему? Потому что они оставили ставку, никаких изменений не было. Плюс, учитывая, что во время своих решений Банк Англии не публикует каких-либо длинных заявлений, единственный источник информации являются вот эти минутки. В четверг розничные продажи в годовом и месячном выражении, тоже индикатор, который знаем, что достаточно важен для внутридневной торговли. Значит, неделя, можно сказать, достаточно интересна для британского фунта. Потом, следующая валюта — японская иена. Давайте посмотрим, что по Японии. Индекс активности в сфере услуг вырос на 0.3%. Индекс совпадающих индикаторов, торговый баланс в среду — более интересный индикатор. И видно, что в основном только второстепенные индикаторы, то есть единственные индикаторы, которые могут повлиять на иену, это по торговому балансу, экспорт и импорт.
Следующая валюта, которую мы должны рассмотреть, это канадский доллар. Давайте посмотрим, что у нас по Канаде на этой неделе. Выступление главы Банка Канады Стивена Полуза будет сегодня, через 58 минут. Конечно, это будет очень важно для канадцев, и поэтому здесь три молнии, красный цвет. Следующий швейцарский франк. Давайте посмотрим, что по Швейцарии на этой неделе. Индекс экономических ожиданий ZEF института и торговый баланс. Я не думаю, что эти индикаторы настолько важны для швейцарского франка. Соответственно, для меня они являются второстепенными для курса национальной валюты Швейцарии. Европейская валюта вместе с данными по Германии и по Франции. Давайте посмотрим, что у нас на этой неделе. Сегодня были опубликованы некие второстепенные индикаторы для евро, для европейской валюты. Завтра важный индикатор по Германии от ZEF института в деловой среде, плюс по Европе. Они могут спровоцировать некую краткосрочную волатильность. Видно, что публикуется потребительское доверие по Германии, тоже деловой климат и всякие такие второстепенные индикаторы по Испании, по Франции. Но вот что интересно, что маркет начинает публиковать свои PMI в производственном секторе, в секторе услуг, по всем основным европейским странам, по Франции, по Германии, по еврозоне. То есть среда более такой интересный и важный день. Следующая валюта, которую мы должны рассмотреть, так, это уже американский доллар. Давайте посмотрим, что на этой неделе по США. Сегодня практически без индикаторов. Вторник тоже не из самых интересных дней для американского доллара. В среду обращаем внимание в основном на продажи существующего жилья за месяц март. Индикатор, который может вызвать некую такую внутридневную волатильность. Четверг – продажи новых домов. И в пятницу, конечно, Durable Goods и Core Durable Goods на русском, заказы на товары длительного пользования и заказы на товары длительного пользования без учета транспорта. Это за месяц март. По моему мнению, на этой неделе для американского доллара этот индикатор является важнейшим. Объясняю почему. В известной степени является опережающим по ВВП. ВВП публикуется в конце следующей недели. Соответственно, это будет первый такой сигнал, который может спровоцировать некие ожидания, какой ВВП будет на следующей неделе по США. Именно то, что в последнее время движет рынок, то есть от чего зависит американский доллар. От экономического роста, от индикаторов по рынку труда и от инфляции. Вот поэтому думаю, что пятница может оказаться очень важным днем для американского рынка, для американского доллара и для всего валютного рынка. Какие у вас конкретные вопросы, уважаемые зрители, по макростатистическим индикаторам до конца недели, то есть по календарю? Если они есть, пишите в чате. Конечно, если нет, ставим свои плюсики, потихонечку переходим к графикам. Если я правильно понимаю, вопросов нет. Надеюсь, что чат работает. Начинаем с просмотра долларового индекса. Вот как выглядит долларовый индекс. Два раза мы прикоснулись приблизительно к уровню 100. На более мелком формате видно, что мы находимся между вот этими двумя уровнями, между вот этим серым диапазоном и между уровнем 100. То есть где-то в самой середине было второе прикасание. Конечно, у нас уже сейчас не загружается долларовый индекс, но с такой целью я его здесь открыл на страничке MarketWatch. То есть пока еще быки и медведи находятся в этой середине, приблизительно около 138 уровня по Фибоначчи, и снова дождутся до ключевых данных в конце этой недели и, конечно, на первом месте в конце следующей недели
по ВВП, плюс будет заседание ФРС, которое снова определят, будет ли третье тестирование уровня 100 или потихонечку коррекция, которая по доллару происходит, расширится и снова образуется вот этот более широкий диапазон. Конечно, это лично мое мнение. Если мы перейдем к паре евро-доллар и вспомним наш график, тут понятно, что вот эти прикасания к этому уровню, приблизительно в той же самой середине вот этого диапазона мы сейчас находимся и по паре евро-доллар. То есть пара евро-доллар тоже очень сильно будет зависеть от индикаторов по Европе, которая публикуется в среду в производственном секторе и в секторе услуг, и без сомнений от индикаторов по заказам на товары длительного пользования по США, которые публикуются в пятницу. Если индикаторы по США будут хорошими, они спровоцируют заранее позитивный настрой по ВВП, который публикуется на следующей неделе, и это может подтолкнуть не только долларовый индекс снова к уровню 100, я не говорю, что обязательно он поднимется до этого уровня, но потихонечку это окажет поддержку доллару и будет подталкивать американский доллар в этом направлении. Соответственно, это будет подталкивать и пару евро-доллар вниз, пытаясь снова протестировать вот эти предыдущие впадины. Но если индикаторы по заказам на товары длительного пользования по США будут плохими, из этого центра и из того же самого центра по долларовому индексу, который мы видим, давайте на более мелком формате я возьму, вот эта середина между уровнями 95 и 100, мы практически снова будем возвращаться вниз по долларовому индексу, и это подтолкнет пару евро-доллар снова к уровню 1.10. То есть для меня вот эти индикаторы в конце недели по США являются очень-очень важными. По фунту здесь ситуация немножечко более сложная. Объясняю почему. Потому что публикуются минутки последнего заседания. И соответственно, как сказать, здесь есть два фактора, которые определят, в каком направлении в ближайшее время пойдет пара. Это минутки по Британии и в конце недели, конечно, это индикаторы по заказам на товары длительного пользования по США. По австралийскому доллару, что у нас есть? Клочков Артем, я прочитал ваш вопрос, чуть попозже дам ответ на ваш вопрос. Австралийский доллар, значит, вспоминаем, какова была здесь ситуация. Практически последнее время продолжение вот этого движение в этом треугольнике, который мы рассматривали, остановилось после того, как в начале апреля вышли очень слабые данные по рынку труда в США. Потом вспоминаем, что вышли и слабые индикаторы по ключевым индикаторам США, как розничные продажи, которые были опубликованы в начале прошлой недели. В это время параллельно выходила хорошая статистика по Австралии. Например, вспоминаем даже на прошлой неделе индикаторы по рынку труда в Австралии, которые вышли достаточно хорошими. Конечно, это из-за учета сезонной коррекции, но все-таки индикатор был позитивный. Соответственно, в это время здесь оказывается, что выходили плохие индикаторы США и хорошие по Австралии. Поэтому была остановка вот этого падения. Сейчас мы находимся приблизительно на том самом критическом уровне, на котором мы долго находились раньше, в феврале и в марте, переходя к часовому фрейму. Даже тогда у нас здесь был вот этот диапазон, если вспоминаете. Мы сейчас находимся снова в нижней части вот этого диапазона. Почему? Потому что сегодня вечером выступает Глен Стивенс, а завтра утром публикуются минутки по Австралии. Если вот эти два фактора, то есть заявление и минутки, будут указывать на то, что в Австралии есть потенциал для снижения ставок в ближайшие месяцы, вполне вероятно, что заранее, перед публикацией индикаторов по США, мы снова потихонечку пойдем вниз. Но если этого не будет, и наоборот, Глен Стивенс скажет, что пока меры, которые Центробанк Австралии принял, вполне достаточны, им не нужно будет в ближайшие месяцы или два принимать новые меры, и минутки завтра подтвердят вот такие слова, то есть и там ничего интересного не будет написано, то есть ничего не будет о
ближайшем снижение ставок, то тогда есть потенциал для того, чтобы потихонечку мы пошли к верхней части вот этого диапазона, который раньше был 78-40, 78-50, и при плохих индикаторах в конце недели по США снова прикасаемся к уровню 79. И наоборот, если это будет в пользу американского доллара, как я сказал, потихонечку снова тестируем вот эту предыдущую впадину. По новозеландскому доллару что у нас есть? Ситуация очень интересная. Во-первых, тут четко и ясно видно, что мы практически перешагнули вот эту ключевую линию 76, и на 4-часовом формате мы находимся в верхней части вот этого предыдущего нисходящего канала. Вот он. Мы раньше говорили, что при плохих индикаторах по США практически мы можем снова прикоснуться к верхней части вот этого канала. Сейчас на дневном формате, если открою свечной график, видно, что есть предпосылки для того, чтобы нарисовались фигуры разворота, то есть это некий додж или падающая звезда здесь, грубо говоря, здесь тоже как будто формируется некая свеча, которая не сильно отличается от доджа. То есть эти свечи практически нам показывают, что есть предпосылки для разворота вот этого коррективного движения. Во-первых, по Новой Зеландии вышла слабая инфляция. По Новой Зеландии на прошлой неделе существенно снизились цены на молочную продукцию. То есть весь фундамент показывает на то, что у новозеландца перспектив для некого сильного роста нет. Но перспектив и для снижения пары практически не было из-за того, что после середины марта были плохие индикаторы по США, и они не предоставляют возможность для того, чтобы движение вниз продолжилось. Соответственно, здесь по этой валютной паре ситуация, скорее всего, определится в конце этой недели. То есть есть предпосылки для того, чтобы ситуация определилась. А именно, если индикаторы по заказам на товары длительного пользования в США выйдут хорошими, потихонечку разворачиваемся, и есть возможность для снижения вниз. И наоборот, если индикаторы будут плохими, то, скорее всего, сохранимся на вот этих высоких уровнях, плюс-минус фигуру. Будьте очень аккуратными, пока еще не могу сказать, что момент входа для открытия сделок в направлении вот этого нисходящего тренда наступил. Это просто предпосылки, которые показывают, что есть такая возможность. Но если она осуществится, скорее всего, станет ясно в ближайшие дни, то есть к концу недели. По поводу японской иены. Первое прикасание, второе прикасание. Трудно сказать, что есть возможность для некого сильного роста. Я думаю, что эту пару мы уже давным-давно прокомментировали. И то клише, которое я много раз озвучивал, которое я увидел у одного аналитика еще в конце прошлого года, сейчас его снова озвучу. Пара находится in no man's land, то есть в никуда. Мы идем уже достаточно долго в неком боковике. Я просто лично не знаю, как можно даже торговать здесь, учитывая, что вот эта волатильность, она достаточно маленькая для открытия неких даже внутридневных или более длинных сделок. Конечно, для скальперов и для тех, которые торгуют внутри часа, например, всегда есть возможности, но во время нашего обзора мы не комментируем таких краткосрочных сделок. По канадскому доллару. Ну что же, значит, какова здесь ситуация? Мы раньше говорили, что если вдруг индикаторы по США будут плохими, здесь будет некая коррекция, вот эти зеленые линии, и оттуда уже нужно подключаться. Сейчас практически нужно искать в ближайшее время точку, момент входа для открытия длинных позиций по паре доллар-канадский доллар. Я когда говорю, по моему мнению, можно рассматривать возможность для подключения к восходящему тренду, это ни в коем случае не значит, что это сегодня, завтра, послезавтра. Здесь будут четкие ясные сигналы. Во-первых, для этого нужна хорошая статистика по США. При отсутствии такой статистики вообще я бы просто остался в некой фазе ожидания. Конечно, каждый уже сам для себя решает,
кто-то практически покупает, кто-то продает. А вот именно в этом-то и плюс валютного рынка, что каждый может найти свое. Доллар, швейцарский франк. В известной степени в последнее время, мы когда комментировали вот эту валютную пару, я все время говорил, что она является неким индикативом для всего финансового рынка. Почему? Потому что если пара пойдет вверх, то есть выше красной 200-дневной скользящей средней, это значит, что финансовый рынок, глобальные инвесторы доверяют экономическому росту в мире, который предстоит. Если пара снижается, то есть они покупают швейцарские франки, это значит, что они покупают вот эти активы убежища, соответственно, у них доверие к экономическому росту впереди уменьшается. Так что это является сейчас неким индикативом, который находится на вот этой 200-дневной скользящей средней, то есть на вот этом критическом уровне. То же самое по паре евро-швейцарский франк. Без сомнений, те слова, которые я раньше озвучивал, коротко их сейчас озвучу, что если пара идет вверх, это значит, что и доверие к европейской экономике возвращается, и, конечно, это будет хорошо и для российской экономики. По золоту, думаю, что мы практически прокомментировали золото, что с большой долей вероятностью слабые индикаторы, которые выходили по США, уже не так сильно влияют на золото, то есть не предоставляют возможность для роста по золоту. Это значит, что раз золото уже даже и на негативные индикаторы не повышается, это значит, что актив полностью сдался. И как мы говорили, рассматривая вот этот нисходящий треугольник на дневном времени, скорее всего, вот этот прорыв, который был, окажется реальным. И потихонечку золото начнет свое снижение. И, конечно, медленными шагами. То есть здесь сильного падения быстрого не будет. По моему мнению, то, что я говорил и раньше, скорее всего, очень-очень медленным разворотом здесь произойдет. И золото будет в ближайший год или два, скорее всего, снижаться, нежели повышаться. Конечно, в более краткосрочной перспективе нужно обратить внимание на вот эти индикаторы по заказам на товары длительного пользования. Почему? Потому что если они будут плохими, снова будет прыжок на 10, 15, 20 долларов вверх, который без проблем может прикоснуться снова к этой вершинке. Так что в более краткосрочной перспективе, как будет совершаться этот разворот, зависит от поступающей статистики по США. В целом, мы прокомментировали основные валютные пары. Жду ваших конкретных вопросов. Спасибо Сорокин Павел за то, что вы объяснили Клочкову Артему, из чего состоит долларовый индекс. Жду ваших конкретных вопросов по валютному рынку. Пишите в чате, если они есть. Если вопросов нет, то я с целью сначала открою 10-летние облигации по США, и потом коротко расскажу о других полезных курсах, которые будут на этой неделе. Давайте вспомним о этом важном индикативе, который отображает настрой или видение ключевых финансовых участников. На 5-часовом фрейме видно, что последние дни мы в основном идем в бок. На дневном фрейме видно, что практически мы прикоснулись к этой вершинке, которая была 22-23 января, на weekly frame. Кажется, что все равно здесь есть предпосылка для того, чтобы сформировалась впадина, которая будет выше вот этой предыдущей. Если это произойдет и ставки потихонечку пойдут вверх, это будет хороший сигнал для американского доллара и плохой сигнал для сырьевых валют. Но, конечно, если здесь будет снова снижение к этой впадине, то это будет негатив для американского доллара. И учитывая, что последние
грубо говоря, месяц или точнее там 20 дней мы идем в бок, это показывает, что быки и медведи нашли некий консенсусный уровень, и без важных событий, без важной статистики они не определятся, нужно ли идти вверх или вниз в ближайшее время. Cordura Bullgoods и ВВП в конце следующей недели могут существенно, конечно, уже повлиять на настрой финансовых участников. Не забываем, что если посмотрим, что у нас будет на следующей неделе, вот видно, в среду на следующей неделе публикуются и данные по ВВП, и вечером будет заседание Федрезерва, то есть публикуются итоги двухдневного заседания. То есть, скорее всего, во второй половине этой недели уже волатильность существенно может увеличиться в преддверии важных событий, которые есть на следующей неделе. И следующая неделя может оказаться ключевой для валютного рынка в ближайшие месяцы или два. Вот как выглядит ситуация коротко на валютном рынке. Так как вопросов не было, я открою страничку нашей компании. Хочу рассказать еще, какие полезные обзоры есть для трейдеров на этой неделе. В разделе «Курсы Forex» для активных трейдеров и для, конечно, начинающих рекомендую посмотреть и... Так, среднесрочный волновой анализ валютных курсов, который проводит Котин Александр ежедневно, практически с 15 до 15.30. Очень полезный такой аналитический обзор валютного рынка. Потом... Конечно, обзоры, которые проводит мой коллега в Москве, вы все эти знаете. Значит, так. Где у нас? Ага, анализ текущей, вот новый полезный курс, анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Фибоначчи. Его проводит Пую Александр, наш преподаватель и аналитик в Кишиневе. Курс тоже идет ежедневно. Даже это не курс, просто здесь написано цель курса. Это обзор валютного рынка. То есть у нас сейчас есть такая практика, что во всех ключевых офисах в СНГ преподаватель или аналитик ежедневно проводит обзоры валютного рынка. Пую Александр совсем недавно подключился, то есть совсем недавно запустил приблизительно месяц назад свои обзоры. Рекомендую их смотреть, тоже удобное для большинства из наших участников время. Это с 17 до 17.30 по московскому времени. Тоже обсуждаются ключевые валютные пары плюс золото и серебро. Вот два достаточно полезных валютных обзора, который я хотел бы озвучить, который есть на этой неделе. Если других вопросов нет, то нам пора прощаться. И, конечно, увидимся уже завтра. До этого я хочу сказать, уважаемые зрители, что сегодня утром моего коллега Эдуарда Рафаэлевича Сунгатуллина не было, поэтому среднесрочный анализ валютных курсов не проводился. Но с вторника, то есть завтра, мои ежедневные обзоры будут по утрам, а мой коллега будет проводить вот эти вечерние обзоры с 16 до 16.30 по московскому времени. Соответственно, всем желаю хорошего дня, удачи, рад вас всех снова видеть и до завтра до 10.30. С вами был Веселин Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Альпари. Всем удачи и хорошего вечера.